Военным сейчас надо иметь сильные ноги. А как в смысле головы? При чем тут наши головы? За нас думают. Мы лишь исполняем. Ноги важны. Ноги. Чтобы вовремя сбежать. Это война дилетанта. Он решил, что можно воевать, не обучаясь в академии. А так, по наитию. Он решил, что он только один любит Великую Германию. А мы все только и думаем, как бы ее продать. Почему вы не сдадите в плен со своим корпусом? А семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь? Но вы можете приказать? Приказывает умирать. Нет еще таких приказов жить, сдаваясь врагу. Вы не верите в перспективу? В перспективу скорой гибели. Всех нас скопом. Это не страшно, поверьте, когда все вместе. И гибель наша будет такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца еще многих поколений. Всякая демократия в нашей стране чревата только одним. Диктатура мелких лавошников. Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС. Тайной полиции, концлагерей. Всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными. Не нужно отстаивать своей точки зрения на судьбы Родины. Никакой ответственности. Только подними руку в честь того, кто этим занимается за тебя, и все сразу станет понятно. Никаких волнений.